Смотри. Да, ничего такого. Я попал, да. По-любому это не силикон. Я настоящий, я бы завидел с ней. Да, ну. Да. Ай, да. Ты мать, он хрен на себе. Да, тема. Смотри. Какая красавица вообще. Ага. Смотри. Страшная она. И то, что до этого была, тоже страшная. Все они страшные. Ага. И вообще, как ты можешь мне это показывать? У меня же девушка есть. Блядь, брата, оказывается, страшно. И прикинь, она ему говорит, ты никуда не пойдешь. И он такой, да, никуда не пойду. И ушел с ней, прикинь. Капец, как так можно? Да под каблук, потому что. Каблук. Джон, привет, Баха, привет. Привет, Джон. Джон, так соскучился, мой сладкий пирожочек. Ты моя самая красивая, самая сладкая девочка. Джон, мы, наверное, домой пойдем, да? Никуда не пойдем сегодня, не будем ходить. Пока, да, Баха. Да. Бля, под каблук. Алло, Жан, я вот только что освободился. Ты где? Сейчас я приду. Ага. Я разлюбил себя, чтобы полюбить тебя сильнее. Она такая соска, смотри, она на меня посмотрела. Муа! Нифига, она на меня смотрит, она моя богиня. Ты себя в зеркале видел? Она по-любому на меня смотрит. Бит на асфальт, такой кайдарсак она смотрела. Ты завязывай, у тебя вообще жена есть. Так что ты завязывай, у тебя девушка есть. Она по-любому на меня смотрит. Ты типа холостяк, да? Я по-любому манграды. Света, Лена, Вика, Вероника. Походу, братан, она реально на тебя посмотрела. Я пошел к своей девушке. Брат, мин, айлен бар, у меня есть жена, так что биттим битхану тону. Света, Лена, Вика, Вероника. Чика-чика-чика-чика. Слушай, брат, никаких девчонок, никаких отношений. Да, слушай, вот, Айран, мы пойдем губы, бизнес, все будем мутить. Все, брат, вместе до конца будем на тенге грузить, сотки доставать, короче, гоп-стоп, просто да. До конца вместе. Никаких отношений, короче. Брат, ты че, блин, как же движение, бизнес? Мы же говорили там, блин, бумер. Бригада будет ходить, брат! Беги быстрее, беги, а надо менять! Салам, бро! Привет, салам. Мадина! Привет. Блин, классно, да, в сауне зависали вчера? Хорошо, что ты отпустила? Я отпустила? Вы же на футбол собирались! Твои губы в огне, ты горишь из дне, леди Блакончак! Ну ладно, я был неправ, прости меня. Ну прости. Ну я даже не знаю. Ничего такой. Хотя нет, вид такой неопрятный. Что он так смотрит на меня? Познакомился бы уже. Хотя нет. Интересно, у него есть девушка? Нет. Во мне? Нет. Странно. Познакомься уже? Или нет? Или да, или нет? Или да, или нет? Томас. Чем телевизор смотреть, лучше бы убрался дома. Блин, сникерс так охота.
сейчас бы еще булочку с нутеллой. И все это колой запить. Ну ладно, ладно, можете с своими пацанами поиграть. Ура! Мадина, вот как близкая подруга, посоветуй мне. Хочу сегодня ее на свидание пригласить. Давай посмотрим. Блин, она же капец страшная, Мюс. Внешность не главное. Знаешь, может, внешность не главное, но я про нее такие слухи слышала. Слухи тоже неправда, завистники. Ну да, конечно. Ну и что ты решил? Хочу пригласить ее в ресторан на левом берегу. Что-нибудь такое романтичное. Сейчас никто не входит в ресторан, ты понимаешь это? Веди ее сразу на вокзале в шашлычную. Это сейчас топовое место. Вся молодежь там тусуется, отвечаю. В шашлычную на вокзале? Да, ей по-любому там понравится. А что еще посоветуешь? Цветы покупать? Нет, цветы не надо. Сразу купи ей бритву. Я слышала, у нее усики. Айнур, привет. Ты уже заходила в Инстаграм? Видела? Айбек лайкал Динару. Он ее полностью отлайкал. Угу. А еще они даже еще не встречаются, а уже снимают каждый день совместные сторис. Представляешь? Я тоже думаю, что к этому идет. Ну, а еще он оставил на ее странице 2 комментария сердечками. Да-да-да, я тоже видела, он репостнул фото ее. Ох. Да, не пара, не пара. Ладно, давай, через полчаса тогда встретимся, хорошо? Угу, пока. Хазам, ты куда собралась? С Эмирой встретиться. Репост для сама дюрема. Ладно, репост для сама. Хорошо, па. Жан, я хочу познакомить тебя с своими друзьями. Хорошо. Это Ахсултан. Жан, чего у тебя за друг? Он вообще с детского сада, да, сбежал? С кем ты общаешься? А это Зангар. Он какой-то задрот, да? Вообще разговаривает? А это Ерболат. Ты с этим общаешься? Он вообще, кажется, из этих. Ты че, он женатый? И что? Все равно похож. А это Ганс. Понятно. Что, понятно. А че, про него ничего не скажешь? Он, кажется, слишком. Хорош собой. В каком смысле слишком? Что? В смысле, нам нужно, кажется, расстаться, Жан. Это у тебя пицца там? Можно я пробую? О, это твоя картошка? Можно я возьму, да? А, вкусно, вкусно. Ты кому говорить, типа? Ты приезжаешь, приезжай. Он подразумевает, уже обманывает. Вот. Так, вот это или вот это? Как думаешь? Может быть, вот это? Или нет, 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 подожди, сейчас еще покажу, что это. Может, вот этот салат? Или нет, все-таки вот горячее блюдо, может быть, сидит в глазами. Как трудно выбрать. Алло, брат, калайсин, родной. Че, нормально, да, все, брат? Можешь денег занять, а? Блин, срочно надо. Нету, да? Алло, не слышу тебя, братан. Не слышу, алло. Пошел нахер, блин. Салам алейкум, братан. Че, как дела, родной? Нормально, да, все, братан? Братан, можешь денег до завтра занять? Нету, да? А, брат, подожди. Я машину купил, брат, стиральную. Курынтык дашь? Алло, брат, салам, брат. Блин, можешь денег занять, а? Там у сестры, брата, мужа, жены, соседа свадьба. Вот, на подарок денег не хватает, братан. Я отдам завтра. Алло, салам алейкум, братан. Как дела твои, родной? Брат родной от матери другой. Нормально, да, все? Братан, денег займи, пожалуйста, брат. Там, блин, капец, братан, тема срочная. Братан!